Председатель консервативной австрийской народной партии Себастьян Курц и лидер ультраправой австрийской партии свободы Хайнц Кристиан Штрахе представили президенту страны Александру ван дер Беллену результаты переговоров по формированию правительства. Будущие партнеры по коалиции заявили, что не намерены поднимать вопрос о выходе страны из Евросоюза. Мы договорились о четком проевропейском курсе с целью укрепления субсидиарности в Европейском Союзе. В Европейском Союзе, который должен быть сильнее в более важных вопросах, но делает шаг назад по менее существенным. Мы договорились не вводить никаких новых налогов, но нам потребуется экономить имеющиеся средства. Важным вопросом остаются меры по борьбе с миграцией. Что касается иммиграции, то мы четко определили, что хотим остановить нелегальную иммиграцию, а также прекратить иммиграцию в нашу систему социального обеспечения. Пособие для обратившихся за убежищем будет сокращено до 365 евро. Австрия станет единственной страной Евросоюза, в правительство которой войдут представители ультраправой партии. Именно жесткая позиция по вопросу миграционной политики способствовала успеху партии на выборах, прошедших здесь 2 месяца назад. Приведение министров к присяге запланировано на начало следующей недели.